Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Обзорчик на старенькую импу. В принципе, на сегодня тоже актуальный довольно-таки герой для многих локаций, для битвы гильдий, для бездоната. Это у нас капитан Дрейк в максимальной прокачке. 14-14 я ему сделал. 10-я грубая сила, 10-й порочный пакт, плюс супер пэт другу. В сборке у нас 7-я суперсила. В принципе, герой довольно-таки неплохой получается. 260% атаки, 14 целей. Стан 1,9. 90% понижалки входящего урона, 2,5 секунды. Плюс быстрый набор, кулдаун 3 секунды. Я ради интереса решил зайти потестить его в подземках. И что-то так, знаете, зашел на первую подземку и, блядь, выкидываю. Думаю, нихрена себе. Это, конечно, смешно ходить на подземке. Но в некоторых случаях при правильной сборке можно им довольно-таки неплохо проходить все. Единственное, то, что стан тоже станется. Как видите. Для этого надо ему ставить там либо железку, либо питомца от стана. Но по дамагу, по всему, он, конечно, нереально крутой. На сегодня его актуальность использования — это битва гильдий и как вариант по локации, такие как ЗБ. Если у вас пачка на стан, очень круто. Вот смотрите, сколько в дамаг... Или это смотр ударил? Это, наверное, смотр, скорее всего, ударил. Ну вот его дамаг. Просто нафиг выносит все. Плюс то, что у него летит по всей карте. То есть он дамажит полностью по всей карте. Все, подземку развалили. И аж подвисает. Подземка в шоке. Если же брать там кошмарки, как вариант, в принципе, да. Но мне кажется, сюда надо будет более... интересная сборка. С такой сборкой его, скорее всего, могут слить. Не скорее всего, а скорее 100%. То есть убивается он. Ну, порочный пакт. Классная тема, но герой имеет минусный деф. Плюс он станется. Это старенький герой. Есть вариант другой. Просто, чтобы они его не дамажили так. Ставится сюда посерьезней пэт, панчбокс, 120%, точнее 150, но есть один плюс и огромный, он бьет ближние цели, он их убивает просто. С таким дамагом, с такой атакой, но они просто все будут разлетаться. То есть такой вариант тоже хорош, но как видите, панчбокс работает тоже только тогда, когда герой не встанет. То есть от него толку нету, когда герой просто стоит и ничего не делает. В таком случае ставите самый простой вариант. Либо убираете отсюда грубую, которая увеличивает, в принципе, урон довольно-таки хорошо, особенно критовый. А ставите сюда просто... Ну, сейчас интересно с пактом посмотреть... его атрибуты. Точность 7100, уклонение 6, крит, крит дамаг, крит резист 6700. То есть такие статки довольно неплохо смотрятся. Ставим сюда, убираем. Ой, блин, что я поставил пакт. Была грубая сила. Ставится сюда железка. 27 секунд. Этого вполне должно хватить. Вот единственная проблема с дефом. Но так, чтобы к нему не подбегали, у него и так деф неплохой. За счет его скилла. И пошла жара. Железкой он не станется. Вылетает, в принципе, панчбокс.
Он, конечно, просто тут рашует. Ну вот все, сейчас у нас стан пропал уже. Ну, точнее, железная воля не работает, но этого нам вполне хватило. То есть, насколько разница. Одну эмблему поменяли. На шестой вот здесь, я не знаю, или он затащит 6-10. Такой сборки. В принципе, панчбокс, скорее всего, нет. Ну, хоть шанс набить там. Да, тут без вариантов. Тут, к сожалению, без вариантов. Ну-ка, давайте попробуем с магией. Пойдем на PvP локацию. Ну, как видите, по дамагу тут просто очень жестко все. Все разлетались. Сейчас тень нас, наверное, убьет. Не успела. Ну, 7-1. То есть здание он разбивает, в принципе, с одной тычки. Куда уже больше дамага, я не знаю. 10 вряд ли он затащит так. Попытка, не пытка. Попробуем, по крайней мере. Самое проблемное у нас будет это ронины. Так, блокировки пошли. 32%. Но у нас отхила нету. Давайте уберем. Отсюда дамаг. У нас отхила не будет. Пробуем такой вариант. Ну, с таким вариантом, супер питомцем, тут даже магии не надо, по сути. И нормально все. Все будет. Вся подземка 2,7 ляма получается. Четырнадцать целей, это все-таки круто. Сейчас будет последний залп. Надо будет его еще затестить на 8-й кошмарке, посмотреть, что с ним будет. У него там постат. Ну, уклонение маловато, конечно, у него. Двенадцать и три. Маловато будет, наверное, для кошмарки. 8-й. Скорее всего, тут сейчас прилетит. Плюс здесь отражалки, да, тут так у нас не получится, тут он на отражалках будет сливаться. Если попробовать вариант дефный, я суперсила, этот будет, наверное, все-таки сливаться очень жестко. Попробуем, конечно, дефный вариант. Но думаю, вряд ли. Да, тут все-таки по нем, как видите, попадают. Не совсем, но попадают. Хотя
сбор энергии. Не столько попадает, сколько забирает энергию, он не бьет. Ну, вариант, конечно, то, что смотр разобьет, повыбивает стрелков и прочее, хотя их можно убить атлантом, посливать. Держится, но тут от этого никакого нет. Так, ладно. Возвращаем обратно в нашу сборку. Максимальная атака, побежали. Побежимся по этим локациям, посмотрим на него. Тут по-любому сразу же будет килять таких противников. Там у нас еще шапка, чтобы не было смотрителя. Но посмотрите, его наполовину разобрали сейчас. Точнее, он, скорее всего, на отражалке какой-то начал сливаться. У кого-то была отражалка, он сразу же получает конкретную обратку. Но по дамагу он нереально жесткий. Нифига себе, вот это он слился. То чувство, когда дамага просто дохрена и даже ничего не спасает. Бедная шапка. Ну посмотрите сразу дамаг. Офигеть. Таким драйком можно бегать. Просто убился. Да, жестко. Видите, дамага очень много тоже не всегда хорошо. Когда есть хотя бы малейшая отражалка, герой просто отлетает. Да, он круто дамажит. Но получает он люли еще круче. Тут сейчас по-любому отлетит от дуэлянта. Там, наверное, с УЗ-шкой. Нифига себе. Нормально так перепрыгиваем. Перепрыгиваем. То же самое. Рая разбирает только так, на ура. Плюс на хроне щит, скорее всего, включился. 1,8 ляма, но вот здесь вот не подобивал. Здесь оказалось уже на таких противников маловато. Так, поехали в ЗБшку. Выстанем его. Просто разобрал. Ну там скорее всего смотр пробивает плюс отражалка, и такой вариант, как видите, только на где-то на битву гильдий, на добивание зданий. Здание он в принципе должен разваливать очень хорошо.
Зефир против неубиваемого Ронина, что ли? Люблю это. Нифига не смогли сделать. Вот так вот. Просто слились. Тут мне кажется тоже, да, вот видите, смотр пробил, ударил. Ну, дамага особо я тоже не вижу. То есть такая сборка, но чисто на добивание. Где-то его так юзать на PvP локациях с пактом, с максимальной атакой, ну я не знаю, единственный вариант еще ставить ПДшку, чтобы его не так сливала отражалка. Сами все видите, то есть он разваливается просто героями, у которых намного меньше прорыв. То есть толку от него особо много нет. Да, он дамага наносит, конечно, дофига, но его даже его деф не спасает. Единственный вариант еще пробовать его собрать с уклонениями хорошими. Мэри вообще красавица. Разгребает на раз-два. Это учитывайте то, что у меня еще титул прокачан на максималку. Ну, тут пораздавал и сразу же слился автоматом на отражалке. Такое себе. Заморозка от лисички. процентов. Чисто на добивалку на БГ. Вот это единственный вариант, который я вижу. Чтобы добить там несколько зданий, если вы не успеваете. Потому что сливается он в такой сборке, как видите, на раз-два. Ну вот каждый залп, в принципе, убивает здание. То есть я думаю, даже максималки на зданиях он будет рушить. Ой, на отражалке вот ратушу разваливает просто налегке. Но отражалка. То есть придется ставить ПДшку однозначно, потому что сам себя может убить намного быстрее. То есть на сегодня его актуальность — это добивка на битве гильдий. На некоторых подземках можно пробовать, ну и на PvP локациях. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого героя. Ну, я его, не знаю, я его так все реже-реже использую. Но, как вариант, он еще на сегодня хоть где-то актуален по сравнению с другими героями. Есть смысл. Все, всем удачи, всем пока.